Неравнодушные видновчане активно принимают участие в создании концепции по благоустройству лесопарковой зоны, расположенной вдоль 6-го микрорайона. В феврале проведены первые слушания по проектированию этой территории. Местный житель Денис Афанасьев был участником этой встречи. Интересует очень благоустройство именно нашего леса, потому что он в ужасном состоянии и требует рук и немалых усилий. В историко-культурном центре члены комиссии по благоустройству лесопарка обсудили с жителями несколько предложений по проектированию этой зоны. Универсальная спортивная площадка, пункт проката, также роль велосипеда, детские игровые площадки, зону для пикника и барбекю и веревочный парк. Это было вот от Союза женщин России такое предложение. Также жители предложили при обустройстве парка учесть потребности людей с ограниченными физическими возможностями и предусмотреть площадки и трассы для занятий различными видами спорта. Я считаю, что трасса лыжная необходима в 6-м микрорайоне. Граничит с двумя школами, две школы, детский сад. Просто физически родители с детьми не смогут копать на металлург, потому что пробки, вы сами знаете, какие в городе. Волнует наших жителей именно то, что они не хотели бы, чтобы это была какая-то коммерческая составляющая лесопарка. Они хотят, чтобы это была тихая прогулочная зона, чтобы это были велодорожки для транспорта, ну да, для самокатов, для велосипедов, значит, чтобы можно было отдохнуть. Может быть, где-то в какой-то части сделали бы детскую площадку. Этот вопрос я не первый срок являюсь депутатом, и вопрос благоустройства этой лесной территории я поднимал во всех своих избирательных программах и получал, соответственно, такие же наказы от избирателей. Ну, слава богу, в прошлом году вопрос сдвинулся с мертвой точки. Я надеюсь, что те предложения, которые сегодня жители микрорайона предлагают по обустройству этой лесопарковой зоны, они все-таки будут утверждены. Союз активистов Ленинского городского округа сделал акцент на зонировании лесопарка. И главное, о чем просили жители, это минимальное вмешательство в природу. Все пожелания и вопросы, поступившие в ходе обсуждения, были учтены и взяты для дальнейшего рассмотрения комиссии по благоустройству. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.